Итак, всем привет на канале Zen Vlog. Напоминаю, меня зовут Андрей, я веду влоги из Германии. И у нас был отпуск в Хорватии 3 недели. Сегодня будет тема «Стоимость нашего отпуска, 3-недельного отпуска в Хорватии». Ну, первое, хочется сказать, что это был просто великолепный отпуск. 3 недели пролетели вот просто моментально. Мы на первые 2 недели немножко устали. Еще были такие мысли, что вот, уже 2 недели прошло, мы как-то шли на пляж, и такие думаем, а, уже все надоело, каждый день одно и то же самое, это жара. Но в последний день, когда надо было уезжать, ты такой думаешь, все, отпуск закончился. Я думаю, там, если ты будешь сидеть 2 месяца, 3 месяца, ты будешь все время это, ну, как-то так уже надоело, когда ты будешь собираться домой, уже поймешь, что все, время ушло, и оно просто пролетело незаметно. Так что было классно. Так что сегодня кратенько я просто расскажу в этом видео, сколько нам обошелся отпуск в Хорватии 3-недельный. Напоминаю. Сейчас немножко эмоций, воспоминаний таких добавлю. Первая неделя у нас была чуть дождливая, ну не совсем первая, первые полнедели были немножко дождливые, потом все, жара, пляж постоянно. Да, там получились небольшие проблемы, у Соньки выявилась болезнь витилиго, что это такое, можете почитать в гугле. У Марика там в составе была, вода образовалась тоже, он подхрамывал последнюю неделю. Ну, не обошлось без таких казусов мелких, но мы съездили в Венецию, мы побывали на прогулке подводной образно, ну, тоже у меня про это есть видео, можете посмотреть, ссылочку оставлю. Мы посетили остров Кырк, очень красиво. Напоминаю, у нас прошел отпуск в городе Кострена, это недалеко от реки, буквально там 10 минут езды на машине. Мы снимали целый этаж. Видео о нашем жилье тоже есть на канале, ссылочка будет справа или слева. Так тяжело ориентироваться, где она будет именно. В общем и целом, отпуск всем понравился, все было великолепно, классно. Ну, конечно, очень быстро, плюс я там увидел маму, папу, дедушку своего. Ну, круто, вот это плюс родственники, такой как семейный отпуск был, это было все столько классно. Плюс хозяева, которые сдавали нам этаж, это просто бики, если меня смотришь, тебе огромный привет. Это просто очень любезнейшие люди, с которыми очень классно было общаться. Плюс на английском. Спасибо за то, что я подтянул скиллы по английскому языку, потому что я его давно не использовал, но Бики говорит только на английском или на хорватском. Хорватский мне, конечно, ну, тяжелее учить, чем вспоминать английский, поэтому все время общались на английском, и это тоже подтянуло мои знания. Ладно, то, что отпуск понравился, я думаю, вы поняли. Там все было шикарно. Теперь, наверное, стоимость. Возьмем сначала топливо. Мы, в общем, когда я выезжал, я обнулил счетчик, мы проехали, потом, когда уже были здесь же в Бьонде, 3300 километров. Считайте, наверное, буду по среднему показателю. У меня 5,6 литров показало, средний расход был, ну, на всю эту поездку, на этот трип. Ну, обнулим это до, не обнулим, округлим, до 6 литров на 100 километров. Хотя там 5,6 можно было посчитать, ну 6, возьмем так, 6 литров на 100 километров, проехал 3300 километров, получается, потратил 198 литров, ну плюс-минус возьмем 200. Посчитаем, наверное, в среднем тогда по 2 евро, потому что я заправлялся по 2, приехал сюда по евро, сейчас топливо 94, в Хорватии мы заправлялись по евро 80, в Словении было евро 70, возьмем, чтобы никому не было ни плюс, ни минус, там не обидно, не жалко, по 2 евро, того это получается у нас... Я даже выписал 400 евро мы потратили на дорогу. 198 литров, округли до 200, умножили на 2 евро, получили 400 евро, нам стала дорога туда-обратно, плюс то, что мы катались там по самой Хорватии. Дальше, я тут считал, у меня стоимость дорог, винетки, маунты, отель в Австрии. Да, мы потому что туда ехали с ночевкой в Австрии, нам отель обошелся 80 евро. Или 89, 80, да. И там был великолепнейший отель, вы тоже можете посмотреть видео, ссылочка тоже где-то будет. Обратно мы тоже ночевали в Германии уже, под Мюнхеном. Тоже можете посмотреть это видео. Там обошелся 29 евро, но это было, ну, ни о чем, скажу сразу. Я не ожидал, что за 130 будет намного хуже, чем за 80. Плюс мы съездили в Венецию. Мы отдали Миту аренду. Самое интересное, что мы это делили на две семьи. Напоминаю, что нам аренда за 3 недели на семью стало 600 евро, потому что мы двумя семьями снимали дом. Как я говорил, цена была 1200 евро. Но там жило две семьи, мы наши друзья, и мы каждая семья дала по 600 евро всего лишь за 3 недели. Ну и также мы были постоянно в Кауфланде. Цены в Хорватии повыше, чем в Германии на многие продукты. Также мы посещали Кырк, катались. Ладно, начинаем. Если взять стоимость дорог, все это вместе, то у меня получилось 1000 526 евро.
мы потратили за 3 недели в Хорватии. Это мы за аренду заплатили, это мы кушали, это мы ходили в ресторанчик. Это вот полностью все, что мы потратили за 3 недели. Добавляем сюда 400 евро за дорогу. В итоге нам отпуск получился 1926 евро. Ну, давайте округлим, может там какой-то кофе кто-то покупал, еще что-то. 2000 евро мы отдали за 3 недели. Это было и питание, это были экскурсии, это было все вместе. Так что напишите в комментариях, где у вас был в этом году отпуск, сколько вы денег потратили. У нас вот такая вот цена образно, 2000 евро было потрачено за 3 недели на семью 4 человека. Я, жена и 2 детей. Все это мы делали на машине. Видео можете посмотреть, отдельно папочку даже создал Хорватия 2022. На этом я буду видео заканчивать. Чего тянуть? Цены озвучены. Это именно видео было про сумму. Все, вам спасибо за просмотр данного видео. До новых встреч из Германии, уже из Бюнда. У нас впереди ожидается видео о нашей новой квартире, потому что я уже нахожусь в новой квартире. Как видите, я говорю про это не с улыбкой. Есть о чем рассказать. Мы сядем с женой, запишем, потому что материала много собралось о том, как мы переехали, что здесь было, как. Но это все надо сесть, смонтировать и вам показать. Так что следующее видео уже будет из Германии про нашу квартиру. Вам еще раз огромное спасибо, хороших выходных, трудовых будней и до новых встреч. Всем пока!